Добрый день! Мы приступаем к непрямой фиксации ретейнера. Мы специально сделали такую на большой модели ретейнер. Наш техник его изготовил. Он выглядит так. И пациент приходит к вам на прием. Вы начинаете полировать зубы, как вы уже увидели. Думаю, что пациент сидит именно так в кресле, поэтому пополировали. Теперь наносим протравливающий гель. Вы сидите сзади пациента. Естественно, вам ассистент помогает. Сегодня все происходит наоборот. Я помогаю ассистенту, так как держу камеру. Мы подождали от 15 до 30 секунд. Смываем все. Если вы правильно работаете с пылесосом, у вас гель протравливающий не растекается. После того, как просушили, мы берем бонд, брашик. Желательно бонд отдельно на бумагу вы сейчас видите, так как каждый раз брашиком вы прикасаетесь в рот и к баночке, это не гигиенично и нарушается стерилизация. Просушиваем. Просушиваем материал. Устанавливаем наш переносной лоток. Сейчас. Одну минуту, пожалуйста. Вы видите, как он установлен. Очень удобно. Вы устанавливаете. Естественно, что это вы делаете все во рту. Гладилкой аккуратно наносите ортодонтический материал, на который вы фиксируете брекет. На клык с одной стороны. Стороны. Мне помогает прекрасная Марина Юрич, лучший ассистент в этой жизни вообще, которую я встречала. Засвечиваем. В зависимости от того, каким материалом вы пользуетесь, вы смотрите в инструкцию, и там написано, сколько вы засвечиваете и какая у вас лампа. Мы засвечиваем 10 секунд с каждой стороны. Теперь аккуратно снимаем. Вы сейчас видите, в чем преимущество работать с непрямой фиксацией несъемного ретейнера, так как на это уходит намного меньше времени. Во-первых, ретейнер уже преформирован, и он отвечает в форме зуба. Вы видите? Во-вторых, данная манипуляция приклеивания проходит очень удобно. Пациенту не нужно очень широко открывать рот и долго так находиться. Это и более точная фиксация, и экономия времени, удобство пациента.
И вы сможете больше принять пациентов за один день. Данную манипуляцию может делать ваш помощник. Но вы четко отконтролировали до и после. Засвечиваем каждый зуб по 10 секунд. Сейчас, естественно, мы засветим меньше. Вот свои секунды. И все, наш ретейнер готов. Прекрасная работа, точная работа. И если вы посмотрите на улыбку, то, конечно, не видно ретейнер. Прекрасного всем дня! С вами была доктор Фартушна. Учитесь, обучайтесь, приходите к нам.